Привет, друзья! Мы на канале в гостях у Ларисы и Егора. Я сегодня буду делать Рапунцель из поеток Страж. Да, Алиса сегодня будет делать аппликацию из страз и поеток. Покажи, ребяткам. Вот такая принцесса. Алиса говорит, что она называется Рапунцель. Ну, я не знаю, как ее зовут. Мы будем тогда полагаться на то, что говорит Алиса, да? Вот такая вот принцесса. Рапунцель. Да, Рапунцель, Алиса говорит. Очень красиво, блестящая картинка. Нет, и это веселая игра и упражнение для пальчиков. Алиса любит разные игры для пальчиков, да? Угу. Любит различные аппликации делать. Ну давай, открывай. И посмотрим, что там сейчас, какая картинка там будет. И Алиса будет ее собирать, да? Так. Сейчас посмотрим, что там есть у нас. Сделать картинки. Картинки? Ну, давай посмотрим. Так, это нам не надо. Так. Вот стразики. Стразики. Так, вот это вот что такое? А, это вот картинка. Вот эта картинка как раз вот такая вот. И Алиса будет здесь наклеивать пайетки и стразики, да? Так, вот картинка. Это вот пайеточки такие. А вот это кружочки. А вот это кружочки. Так, вот смотрите, Алиса, смотри, вот здесь вот такие кружочки, их и вот тут такие вот липкие кружочки. Их нужно будет выдавливать, и вот сюда на эти кружочки, вот сюда вот на эти кружочки, вот так вот наклеивать. А потом сверху будешь наклеивать стразики. Давай я тебе покажу сейчас. Вот так вот берешь, раз, один отклеиваешь. Он липкий, да? И вот так вот сюда. Раз, приклеиваешь. Сено приклеиваешь, а потом сверху вот здесь вот отдираешь, и сюда стразики будешь приклеивать, да? Угу. Давай, вот тут стразики всякие, пайеточки. Давай теперь... Я хочу начинать сначала с этих. Да, начинай, сейчас наприклеиваешь. Так, молодец. Липкая. И можно сразу вот эти отклеивать, тогда сразу отклеивай, чтобы потом было попроще. Ну, ты приклеивай, а потом будешь отклеивать. Вот сюда приклеивай на кружочек. Да. Да ты сначала приклеивай, а потом будешь отклеивать сверху, чтобы у тебя пальчики не прилипали. Видишь, они у тебя прилипают, и неудобно. Да? Так, во, молодец. И теперь вот... В каждый кружочек вот этот отклеивай, и в каждый кружочек приклеивай вот эти вот кругляшочки. Умничка, Алиса. Нравится тебе делать, да? У Алисы пальчики работают хорошо. Отдираем. Да? Давай я тебе тоже буду помогать. Давай. Ну, чтобы быстрее было, давай. Ну, давай тогда приклеивай. Так. Я тебе просто пооткрываю сюда и сюда буду складывать, а ты будешь сюда наклеивать кругляшочки. Давай? Хорошо. Давай. Держи. Так. Молодец. Ой, приклеилась. Так. Да, стразик. Стразик. И сверху отклеивай, чтобы они липкие были сразу. А. Вот это вот сверху отклеивай штучку. Вот так вот. Так. Одеваю. Одевай, Алиса. Можно я один приклею? Посмотрю, как... О, как здорово получается, да? Ну, сначала надо ровно. Да, ровно, конечно. Красивая картинка получается, угу. Да? Я тебе помогу, мне тоже нравится делать мозаику, аппликацию, то есть, да? Я сейчас тоже нашла. Молодец. Я не заканчиваю. Вау, Алиса, еще много работы, да? Так. Да, мы сейчас же будем еще делать няниного Маквина еще. Да? Ну да. Ну, давай. Да, сначала мы сделаем Рапунцель. Для девочек же, конечно же. Конечно же, девочку сначала сделаем. Рапунцеля. Да. Так. Она была сейчас малышкой, а сейчас такая она взрослая девочка. Взрослая? Она уже подросла? Да.
Она была малышка, а сейчас она взрослая девочка. Сейчас она взрослая девочка, Рапунцель, да? Да. Была она малышкой, как Алиса, да? Да. Алиса же сейчас малышка? Нет. А кто, ты взрослая девочка уже, что ли? Да. Да? А папа думает, что Алиса еще малышка. А Алиса уже взрослая девочка? Одираем, да. Разве Алиса уже взрослая девочка? Угу. А папа хочет, чтобы Алиса малышка была еще. А я еще взрослая. А ты уже взрослая? А папа хочет, чтобы ты малышкой была. А я не хочу быть малышкой. Ну как это ты не хочешь быть малышкой? А папа хочет, чтобы ты малышкой была? Алиса. Как это ты не хочешь быть малышкой? Потому что я же взрослая уже. Ты уже взрослая девочка? А сколько тебе годиков? 3. 3? Ну так ты же еще малышка. Не, мне же было 3 годика, я уже была взрослая. Тебе 3 годика исполнилось, когда ты уже была взрослая? Да. Мне было 3 годика, и я уже подросла. Ну ладно. То есть ты уже взрослая девочка, да? Да? Алиса? Да. Ты взрослая уже девочка? Да. Ну ладно. Так. Отдираем. Нравится Алисе работать? Угу. Пальчики у Алисы работают, да? Ой. Да, Алиса? Это хорошо, когда пальчики работают у детей. Да? На платье всегда бывает фиолетового цвета пайета. Да? Да. Ну, здорово. Ты забыл? Забыл, конечно. Только не липучки. Не липучки? Да, только пайетку. Только пайетку? Так, да. давай, приклеивай. Приклеиваем на платье дальше. Угу. Я хочу дальше на платьишко. Давай дальше на платьишко приклеивай. Ты на платьишко и я на платьишко. Да. Так. Так. Заканчиваем, да, Алиса? Нет, еще не заканчиваем. Не заканчиваем, ну чуть-чуть остается. Вот здесь вот и вот там. Нравится тебе? Mm-hmm. Да? Так. Сколько здесь? Раз. И здесь вот 3. Да? Вот, держи. И все. И сейчас будем стразить. Вот сюда вот еще 3. Так, это убираем мусор. Так, тут по картинке будем смотреть, да? Точно, 3. Да, по картинке будешь смотреть. Ну, давай, делай сначала. Алиса. Это куда? Вот кружочки. 3 кружочка осталось. 3 кружочка доделай, и потом будешь украшать. Платьишко, наверное, сначала украсишь фиолетовыми, да? Да. Да. Да, вот это вот они. Откроешь. Да, точно, молодец. Давай, приклеивай, у тебя еще 2 штучки осталось. Вот. Да. Вот. Это под это платье. Угу. Так. Вот так. И последнее у тебя осталось. Да? Угу. Так. Здесь липко? Угу. Нет, не липко. Сдирай. Так, и последнее. Так, стираем. Я не вижу. Не видишь? Mm-mm. А вот. Ну, ладно. Ой. Так, ну теперь покажи, что у нас получилось. Алиса наклеила вот такие пайетки, да? Ой!
не поелки. Ну, что это такое? Вот такие липучки, да? Специальные кругляшочки, которые сейчас, они липкие тоже, и сейчас Алиса туда будет клеить стразики или пайетки, да? Сначала будет пайетки фиолетовыми украшать платьишко, да, принцессы Рапунцель. Давай я тебе помогу открыть. На картинку будет смотреть. А ты их высыпай вот сюда. А, или ты открыть еще не можешь? Алиса, давай я открою. Давай я ножничками открою. Сама откроешь? Вот я уже. Только не рассыпь, смотри, чтобы они не рассыпались. А то потом долго собирать их будем. Получилось. Получилось? Молодец, вот высыпай. Молодец. И теперь вот каждую вот эту вот штучку. Так, как ее? Вот так вот вставляешь, да? Вот так. Платье будет фиолетовое, да, Алиса? Да. Ой, здорово. Рапунцель. У Рапунцель платье будет такое фиолетовое. Так. У меня же тоже есть фиолетовое платье. А у Алисы тоже, кстати, как у Рапунцель фиолетовое платье. Да, здорово. Вот как здорово получилось. Мы даже и не подумали, что у Алисы такое же платье. Тебе тоже, наверное, стразики наклеить на платье нужно будет, да? А, Алиса? Нет? Только Рапунцель. Только Рапунцель? Рапунцель будет со стразиками, да? Да, она же аппликация. Она же аппликация? Угу. Да, здорово. Так, куда? Мы же на платье делаем. Так. А желтый куда? А желтый потом посмотрим куда. Это, наверное, на волосы. Так, на волосы там нужно будет... Ну, посмотрим там на волосы. Я сейчас пока... Это на картинку надо посмотреть. Голубые должны. Голубые должны? Да, а желтых нет у нас. А желтых нету? Ну, там что-то. Ну, значит, голубые будешь клеить. Да, только написано цветочки. Цветочки? Угу. Ну ладно, цветочки. Так. Давай, украшай сама платьишко. Так. Дальше у нас что здесь идет? А, вот такие. А, вот такие блескучие. Это вот на волосы нужно будет, чтобы они блестело все. И два цветочка. На цветочек прям. Да? Два цветочка. А, мы сюда... Так, сначала вот эти вот приклеим на волосы, потом цветочки. А сюда вот зелененькие, а синенькие вот сюда. Да? Здорово? Угу. Нравится, Алисе? Да. Интересная такая аппликация. Угу. Пальчики у Алисы хорошо работают? Только немножко. Ну-ка, покажи, как они у тебя работают. А так, молодец. Ой, у нас определенные пакетики. Вот это вот. Да. Розовую такую штучку. Розовую такую штучку. Давай я тебе это пока открою. Нет, я хотела сама. Ты сама? Ну ладно. Так. Ой. Выскочила. Угу. Вот так вот. Будет открыто, пускай. Не, пусть будет. Ну пусть будет закрыто, ладно, да. Откроешь. Угу. Так. Я смотрела, мальчик, кукачек, а кукачек тоже была такая кисенька желтая. Да? Тоже кисенька такая была? Да, желтая. У меня желтая. У Алисы желтая. Так. Алиса уже заканчивает украшать платьишко, да? А Рапунцель — это мультик такой есть, да? Да. Он так и называется, Рапунцель? Угу. Ты его смотрела? Угу. Понравился тебе? Угу. Ну, здорово. У меня две пайетки. Три. Три? Так. Оп. Молодец. Молодец, Алиса.
Вот умничка. Алиса уже платьишко сделала почти, да? Почти много. Сколько осталось у тебя еще? Три. Три. Вот это сделаешь, и три остается. Так. Ой, хочу под платье кружить. Да не надо, пускай он нормально стоит. Нормально. Я хочу под платье. Так. Вот молодец. Так. Ой. Здорово получается у Алисы, да? Красивое такое платьишко сиреневое получилось, да? Нет, фиолетовое. Ой, фиолетовое. Как по-английски фиолетовый цвет? Purple. Молодец. Так, ну и последнюю пайетку Алиса цепляет на платьишко. И платьишко готово. Покажи нам платьишко, Рапунцель. Вот, Алиса, платьишко какое сделала, красивое. Оно аж блестит, переливается. Давай теперь волосы будем украшать. Открывай вот эти блестяшки. Нет, вот эти открывай блестяшки. И будем делать волосы. И доставай, высыпай их вот сюда, вот, чтобы не смешались. И вот так вот сюда. Раз. И вот. Ну ты. Так, сейчас Алиса украсит волосы, потом дальше остальную часть картины будем украшать, да? Так, все? Не, последняя. Последняя? Прилипла она, да? Ну давай, приклеивай. Я сейчас вот сюда. Подвину. Да, они тебе не мешают. Вот сюда приклеивать. Хочу их подвинуть. Хочешь подвинуть? Да, чтобы положить сюда сиреневые. Угу. Так, больше мне фиолетовых хватит. Фиолетовых, конечно, хватит. Платьишко мы уже сделали, да? Да. 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 Ну давай будем волосы украшать. Блестящие вот эти вот штучки приклеивать, да? Угу. Чтобы принцесса Рапунцель красивая была. С бриллиантиками в волосах. Вот так, да. Убирай. Фиолетовых больше хватит на платьишко. Фиолетовых хватит больше на платьишко. Да, мы их убираем. Да. И одеваем на волосы. А цветочков тут сколько? Цветочков тут два. Это на волосы, наверное, да? Нет, 10! Цветочков два всего тут. Да, два, точно. А у нас нет только 10. Ну давай, доделывай, и потом цветочки приклеим. Я тебе сейчас вот тут две штучки сделаю на цветочки. Вот сюда приклеивай вот эти стразики. Так. Вот сюда. Что-то ты сильно это... Сильно часто, что ли? Так, здесь... Нет, тут тоже есть. А что, их не хватает, что ли? Подожди, ну-ка, у тебя тут уже больше нету? Не хватает у нас. Не хватает? На волосы не хватило. Так, подожди. Почему не хватило? Это ты, наверное, уже здесь напридумывал? А, ты уже тут сама напридумывала. Вот сюда цветочек клей. Открывай цветочек. Это ты уже сама налепила здесь, Алиса. И вот сюда цветочек. Так, сейчас посмотрим. Алиса выдумщица у нас. Да? Ай, какая выдумщица Алиса у нас. Вот сюда приклеивай один цветочек, вот сюда другой цветочек. Но почему-то все равно стразиков не хватило. Да? Да. Давай я тебе отклею. Так, там у тебя ничего не упало? Нет. Вот они стразики. Ики, по-моему. Да? Да, по-моему, эти наши. По-моему, наши фотки, наверное. Да! А мы вот эти вот приклеим, да? Да, которые у нас остались, которые от стразиков. Да, вот сюда. Так, Алиса зелененький уже открывает, да? Зелененький, мы, видишь, куда вот будем? Вот сюда вот будем. Вот эту вот часть. Поломанную. Сюда поломанную. Ну, поломанную не надо.
Давай вот туда зелененькие штучки цеплять. Вот, на дерево. Да, на дерево. Вот, вот сюда. Вот видишь? И вот это вот все зелененьким украшай. Вот сюда. Да. А как на картинке написано, надо их рядом. Да, рядом. Молодец. Опа. Опа. Получается у Алисы как здорово, да? Да, красивое дерево. Красивое дерево. Угу. Кыш, кыш. Так. Молодец, Алиса. Здорово украшает, да? Делает аппликацию. Да, я маме буду показывать аппликацию Рапунцель. Ты маме ее подаришь, да? Да. Мама себе ее поставит где-нибудь и будет смотреть, какая красивая принцесса Рапунцель Алиса сделала, да? Так, молодец, Алиса уже заканчивает. Так, чуть-чуть у тебя сдвинулось, вот так вот сюда. Сдвинулось? Да, ну. Не сдвинулось. Не сдвинулось. Я встала на коленки повыше. Так, 5 штучек осталось еще сюда на дерево, да, зеленые. И потом останется только синие, да? И все, и картинка у нас будет готова. А синий же куда мы будем? А синий вот сюда, 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 сюда и сюда. Все, что осталось, это будет синий, да? Да, и будет готово. Ой, опять у тебя сдвинулось. Ой, не хватило. Так это я забрал, потому что у тебя неровненько было здесь. Так. Молодец. И 2 штучки осталось. И синенькие будешь делать, да? Молодец. Умничка, Алиса. Покажи нам теперь, что получилось у тебя перед завершением. Вот такая картинка получается у Алисы красивая. Здорово. Ну давай, теперь синие открывай. Синие пайетки. Зеленые больше не надо. Зеленые больше не надо, открывай синие. И все, что осталось, там что-то штук 12 нужно наклеить, да? Сейчас Алиса доклеит. Оп! Повылетали. Ну давай, приклеивай теперь. Сюда. Да. Опа. 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 Ой, что-то сдвинулось. Что-то сдвинулось? Так, молодец. Да. Ну а все, что осталось, теперь везде синенькие нужно наклеивать. Да. Да, как на картиночке. Да? Видишь, синенькие же везде. Смотри, вот по картинке. Так. Давай, наклеивай. Сюда. Сюда. Вот последний. Так. Еще одну. Еще одну? Да, вот. Осталось. Пустая. Так, а вот это вот мы неправильно сделали цветочки. Эти цветочки нужно вот сюда. На, вот этот цветочек вот сюда клей. А вот этот цветочек сейчас отдерем. Вот, вот сюда вот этот цветочек клей. Потому что я на картинке посмотрел. Клей вот сюда вот этот цветочек, а этот вот сюда вот. Да. Молодец. Ты, конечно, я же тебе положил, чтобы ты приклеила. Вот сюда вот приклеивай. Молодец, умничка, Алиса. И теперь вот синенькие доделывай.
Так. Вот сюда. Да. Здорово. Так, теперь давай вот здесь. Давай вот здесь, как на картинке, правильно. Да, посчитай, вот сколько там их. Я не знаю. Ну, посчитай. Mm-mm. Ну, посчитай. Mm-mm. Ты же умеешь считать? Mm-mm. Умеешь. Стесняешься просто. Как эти умальки тоже так застеснялась. Да. Лиса мультики посмотрела и тоже захотела делать аппликации, да? Ну и все, осталось 4 штучки, и Алиса заканчивает картину, да? Да, еще сюда. Еще сюда. Ой, сдвинулась. Сдвинулась? Да. Ну, поправляй. Так, и 2 штучки, и картинка готова. Поправляй, поправляй, конечно, чтобы красиво было, да? Надо аккуратно делать. Так, а вот еще 2 штучки осталось, вот, Алиса, под деревом. Вот, вот, под деревом, вот раз и 2. Так. И все, и картинка готова, да? Нет. Все готово. Мы все заклеили. Ну давай, показывай ребяткам, какая картинка получилась красивая у Алисы. Вот такая получилась красивая принцесса. Подальше чуть к себе поближе отодвинь. Вот такая красивая получилась картинка, да? Принцесса Рапунцель, да? Алиса любит этот мультик «Принцесса Рапунцель». И вот такую картинку сделала из аппликации из страз и пайеток. Ну что, говори своим друзьям пока-пока. Пока-пока. Вы на канале в гостях у Алисы и Егора. Подписывайтесь. На канал в гостях у Алисы и Егора. Ставьте палец вверх. И оставляйте комментарии. Про что? Ла-ла-пунцель аппликация. Про игрушки, про всякие, про аппликации. Пока-пока. Пока-пока.